Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Дон Вита. Итак, сегодня я вам расскажу про ивент 6 лет Блиц. Ебой! Итак, пройдет он с 19 по 29 июня. Продолжительность у нас 10 дней. У нас будет 60 этапов. Получается, так, там видно? Да, видно. Сейчас чуть-чуть уменьшу, ребят. Это просто такой писец. Так. Вот, нормально. 60 этапов. Просто чекайте. Короче говоря, сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть каждый 10 этап пройденный мы получаем какой-то камуфляж новенький. Здесь какой-то ЛТР. Ну, это просто фич. На ЛТР. Ну, он никому не нужен. Это просто обменяется на 1000 опыта. И вот это вот. Это такие предметы, которые мы сможем обменять на опыт. Итак, ну, торт и, получается, ЛТР. Первый левел он был раньше. Итак, получается, на каком? 10, 20, 25 ивент. Ну, 25 этап. И мы получаем П-43, вот этот коллекционный танк. Сейчас я его вам покажу. Урон 225, средняя скорострельность, выстрел в минуту 7,1. Пробиваем 140 мм, что неплохо довольно-таки. Хотя на Шмальтурме 155, и у него довольно-таки неплохая скорострельность. Ну, даже быстрее, чем у него. Так, бронирование неплохое, 91 мм. Скорость, ну, ниже среднего, очень даже медленная для среднего танка, 34. И градусов в секунду вращения 49. Как же можно получить, ну, эти шарики, как можно эти этапы пройти. Смотрите, первый этап можно забрать бесплатно, второй этап 110 шариков, следующие этапы будут стоить плюс 5 шариков, то есть третий этап 15 шариков и так далее. Один шарик 4 золота. Всего нужно собрать 7655 шарик. Понятно. Так, шарики вы можете зарабатывать в боях, используя сладкие бустеры. Сладкие бустеры можно получить, выполняя ПЗ и закрывая этапы. За каждую задачу вы получите 2 сладких бустера. То есть в течение боя вы можете получить только 10 шариков, а победа дает еще по 2 шарика. Ну, понятно, короче, ребят. Самое главное вот эти вот, получать всякие фигни, и, ну, мы тогда пройдем наш этап. Ну, первые за халяву, это вообще прекрасно. Но, конечно же, хочется все-таки танчик получить. Вот, каждый бой со сладким бустером принесет 60 шариков. Вот они, бустеры нужны. 5 бустеров с 1000 золота. Это просто писец. Победа добавит еще по 2 шарика каждому союзнику. И каждому союзнику. Обалдеть можно. Вот, надо играть с донатерами. Ха. Из коробок с подарками выпадает бустер опыта, бустер золота, сертификаты на 1 час премиум АК. Редкий эпический легендарный. Отлично, ребята. Итак, что же еще нас ждет? Ну вот, 25 этап мы проходим. Так. Ну, получаем П-43. 2 коллекционных предмета. 18-33 этап. Да, самое главное я вам покажу. 3 контейнера мы получим 6 левела. Вот они. Это у нас 45 этап. Прикиньте. Так, сейчас. Нет. 55 этап. 55 этап проходим, получаем 3 контейнера. И сам последний это какой-то значок рядом с ником. Ага. Итак, ребят, когда мы проходим последние 10, это новый камуфляж. Неоновая сеть называется. Фон профиля. А, нет, это фон профиля, прикиньте. То есть у вас сзади. Ну, когда будем чекать результаты боя, у вас будет вот так вот отображаться. Вот, не знаю, какой-то там танк изображен. Не знаю, какая-то фигня, мне кажется. Так. Еще будут подписки всякие на 14 дней, видите, и на 30 дней всякие бустеры золота, там сертификаты X5 будут. Так, сертификаты на X5... опыта вот для этих танков появится. И также... А, еще обвесы! Нифига себе, вот то, что в том году какие танки мы могли получить на вот Блиц 5 лет. Вот такие вот. Ну вот, аватар, Wargamer, аватар такой. Фон Горнило называется. Так.
Вот они, фон профиля горнила, вот так вот, аватары ко дню рождения, вот Блиц. А, вот она, вот они, новые всякие скины у нас тут будут. Аватар ко дню рождения Блиц, ну, то есть у вас сколько лет вы играете в эту игру, столько и будет здесь. Ну, 6 лет игре, понятное дело, у меня АК зарегистрирован в 2018 году, наверное, 2 года мне дадут. Не знаю. Так, ребятушки, это, наверное, у нас все. Буду выкладывать в YouTube. Спасибо всем, жмите лайк, подписку, колокольчик. Давайте.